На селекторном совещании с главами муниципалитетов, руководителями профсоюзов и правоохранительными органами Александр Ткачев призвал ужесточить контроль за своевременной выплатой зарплат. При этом губернатор акцентировал, такой многомиллионный долг накопили только коммерческие предприятия. Бюджетные организации зарплаты выплачивают в срок и в полном размере. Эта же тенденция сохранится и в будущем, заверил глава региона. Сигналы из целого ряда муниципалитетов о том, что среди сотрудников бюджетных организаций кто-то намеренно распространяет слухи, говорит или сеет панику о том, что вот денег на зарплаты в краевом бюджете нет, и поэтому выплаты будут задерживаться и так далее. Хочу сказать со всей ответственностью, деньги на зарплаты бюджетников в крае есть на весь период текущего года, и платить мы их будем вовремя и при любом раскладе. Да, мы сокращаем расходы, мы об этом заявили, на зарплаты аппарату исполнительной власти, на краевом, на муниципальном уровне, но учителям, работникам культуры, врачам, воспитателям и другим работникам бюджетных организаций будут, эти категории граждан будут получать столько, сколько предусмотрено дорожной картой в рамках исполнения майских указов президента. Помогать кубанцам отстаивать свои трудовые права будет Государственное юридическое бюро Краснодарского края. Александр Ткачев рассказал, что действовать оно начнет уже в ближайшее время. В каждом муниципалитете эта организация будет оказывать безвозмездную юридическую помощь по вопросам ущемления прав работников в случаях нарушения трудового законодательства.